Магнитофончик Воронеж. Смотрите, какой Воронеж 404. Оказывается, это электроника. Электроника мне нравится. Магнитофоны были классные. Это после. Сначала был, наверное, вот этот Воронеж. Это у меня он один попался такой когда-то. Принесли. Внутри у него почти военная технология. Там микросхема желтая. Какая-то интересная. Транзисторная сборка, скорее всего. И вообще, все железно, серьезно сделано. То есть потом электроника эту протяжку оставила. Так и делалось на электронике первой, там, 400. Какие-то. Но это конкретный магнитофон военный. Сейчас посмотрим, что там еще есть. Что там есть еще внутри. Это рабочий мой магнитофон, но так как уже все это умерло, он моновский, ему уже сейчас все MP3, MP, ну да, трансформаторная схема P213, ну прикольно, 213 микросхему такую сунули, золотую, позолоченную, ну, вот такая вот фигня. Воронеж, какой год это? 77-й транзисторы. Да, где-то 70-е годы. Это было круто. Это весна была тогда. И эти, наверное, Воронежи. Ну, протяжка для ГТР, даже провода в голове идут. Это серьезная протяга. Кстати, она до сих пор в отличном состоянии. То есть придумано, сделано, разработано. 70-е годов, как и раньше делали. Навечно. Движок фирменный стоит на БС транзисторе, так что я думаю, он тоже никуда не делся. Вот такой вот моновский мафончик. Всем привет!